Ребята, я прошел этого дедушку, смотрите. Я прошел этого дедушку. Ух. Парни. Короче, когда начинается дергать ножницами, тогда я могу рядом с ним стоять и фоткать его. Вот в чем прикол. Ух, я обосрался реально. Фух, ребят, сердце стукается конкретно. Вот в эту игру даже пишут, что нельзя долго играть, потому что все, это для нервов очень, очень плохо. Стоп, е. А, мы подбираем ножницы. Ножницы найденные в детской. Призракопедия обновлена. Двери открывают. И что? Фух, ребят, мы прошли этого дедушку. Мне говорят, что это самое тяжелое в игре. И мы это сделали. Мы это сделали, парни. И, конечно, мне видео, потому что FPS побольше будет. И как-то получше играть мне видео. Так, у нас что-то пошло. Какое-то дело. Что-то лежит. Дверь. А. Я просто забыл вообще все, что мы делали. Вот в натуре. Вот. Это просто... Просто жопа, ребят. Вот. Руки трясутся. Так, файлы. Призракопедия. Вот он, этот дебил. Давайте фантом с ножницами. Получи информацию. Директор средней школы, который сошел с ума от горя после смерти своего ребенка. В пожилом возрасте он стал опекать куклу, чтобы восполнить утрату своего ребенка, которого он защищает даже после смерти. Его можно встретить охраняющим свою секретную комнату, превращенную в детскую. Он обустроил это место, чтобы обезопасить своего ребенка от угрозы Кунти Ланака. Кого? Про себя он думает, что сам виноват в смерти своего ребенка. С ножницами, видите, он почти голый. То есть, идиот, короче. Вот сейчас у меня что-то присело. Выходим сюда и идем. Я не знаю, куда идем. Сюда, может быть. Нет, тут-то в любом случае ничего не будет. Нам, наверное, нужно будет пойти на первый этаж и... А вы помните того поросенка? Возможно, нам нужно будет... Ой, стоп, мы можем сейчас вот так обойти. Возможно, нам можно будет просто слить этого поросенка как-нибудь, так же самое. Но я думаю, что мы еще с этим поросенком увидимся. Слить этого поросенка и, в принципе, все. Думаю, на этом поросенок уже не будет двигаться. Стоп. Я думаю, мы сейчас просто убили время, точно. Нужно будет слить поросенка, и получается, мы заберем у него ключ и к чему-то упыхалась деточка. Так, ладно, давайте я поставлю на паузу и найду место, лестницу. Так, короче, спускаемся на первый этаж, что-то интересное. Может быть, вот это и есть интересное? Ну, я постоянно, когда на первом этаже спускаюсь, что-то интересное. Звуки усиливаются. Звуки усиливаются, здесь что-то интересное. Вот! Вчера в школе училось странное событие. Ну вот, все, короче. Интересно, это все сразу пропало. Находим эти тупые достижения. Вот это светится. Я знаю, что если что-то светится, значит оно... Так, поросенок. Так. Это мы помним. Это... здесь жрало... привидение. Фух. Показалось, что там кто-то есть. Какое-то привидение... там было. Так, ну тут ничего нет, значит, поросенок совсем в другой стороне. А возможно, уже не понадобится этот поросенок, потому что мы какой-то ключ нашли. Но мы нашли ключ от маленькой комнаты, а нам нужен поросенок. Потому что там ключ от чего-то большого. Так. Ну, я думаю, поросенок на второй этаж не заберется, он же вроде бы не умел. Сюда он тоже не заберется, поэтому я думаю, мы обойдем сразу эти комнаты. Так, ну что-то подсветилось. Нет? Нет. Показалось. Так. Я вообще не помню, где мы ходим. А, вот. Вот, все, я вспомнил, где будет поросенок. Вот в этой стороне. Где-то здесь проход есть. Нет.
Как мы вообще здесь появились? Вот. Вот я даже слышу звуки, да. Он спит. Он спит. Все. Я слышу его. Он спит. Подожди, ну мы... А, стоп, мы здесь не были. Получается, мы правильно идем. Просто в этой школе запутаться одинаковые места. Тихо. Вот он спит. Тихо. Ключ шеи огромного кабана. Школьный ключ. Парни, валим. А ключ это, наверное, с центрального входа. Блин, что? Короче, проход нам на второй этаж. Закрыли. Твою же мать, что опять что ли что-то творится? Какой-то новый проход нам. Нет, подождите. Мы видим окна. Больше ничего. Блин, потом кто-то за нами кто-то бежит. Идите в жопу, я кого-то слышу. А вот отсюда. Нет! Вот это жестяк. А, мы походу... Походу, ребят, мы все делаем правильно. Нам нужно было остановиться. Но зато мы... Нет. Походу, все неправильно. Походу, нам нужно было бежать прямо. Блядь. Ну почему так? Ну почему так, скажите, пожалуйста. Я не знаю, мы уже, наверное, долго снимаем. Давайте, пожалуй, на этом закончим. Или нет. Или да, я не знаю. Или давайте еще раз попробуем пробежать. И спасибо за лицензионной копии. Дрят, а вот. Не за что. Так, ну что, пробегаем, пробегаем. А, подождите, спасибо за покупку. Это что, конец? Еще каким-то цветом таким непонятным. Я не знаю. Возможно, это даже мы все правильно все делаем. Спасибо за покупку лицензионной копии Dread Out. Что вы хотите сказать? То, что это конец? Неужели это конец игры? Ребят, у меня сейчас что-то, я не понимаю, происходить начало не с микрофоном, а, походу, я какую-то прогу установила, она мешает мне, когда я говорю. Иногда у меня не полностью... Вот видите, вы уже долго играете. Не полностью оно... говорит иногда... моей буквы, то есть бывает буквы пропустит. А в какую сторону бежать? Да?
Я, конечно, все понимаю. Но двери-то закрыты. Я даже не знаю, в какую сторону бежать. Ничего не показывается. Я не знаю, я вот сейчас верно, вот честно не знаю, куда бежать. Мне кажется, я бегу обратно. А нет, вот теперь нормально хотя бы. Следы показываются. Я не знаю, что делать сейчас, так как этот призрак пропал. Что за ебенчество? Вот как это можно еще назвать? Что за бесконечный коридор? Такое бывает? Я прошу вас подсказку. Ну какую-нибудь хотя бы подсказку, ну. Ну. Допустим, мы бежим уже. Эта девочка уже устала. А давайте посмотрим призракопедии, что там может быть там. Дэмит Лонг. Отвратительное существо, которому было поручено охранять секретный проход с момента его призвания. На протяжении многих лет оно жило в одиночестве, охраняя секрет своего хозяина. Это призраки, а документы школы захлестнула волна одержимости. Записи Линды. Так или иначе, входную дверь нельзя, похоже, это единственный путь наружу. На шее огромной комнаты все должны, ну, никакого не видно, есть парадная дверь, но этот город пустит уже долгое время. Ну, это что, все? Вот я сфоткал эту дуру. Несколько фотографий. Ну, это я делал фотографии этого. Вот сфоткал я дуру. Я добавил галерею. Что это? Что это вообще значит? Я вот этого еще дебила добавлю в галерею. И не знаю, что это значит. Это фотографии, которые лично сохранены. Давайте попробуем. Какой-то секретный проход. Может быть, нам просто нужно сфоткать эту дверь? Или вот эту дверь? Или выключить фонарик? Вот... Очень тупо сделано. Вот, очень тяжело додуматься до чего-то. Может быть, нам нужно назад побежать. Видим, что там, ну, ничего нет. Никак, вообще ничего нет. Я просто видел, что вначале были еще окна. Но двери вроде бы даже рядом с ней и не видно было. Я думаю, мы на этом закончим. Всем пока. Я реально вот сейчас прошел. Сам не додумал ни до чего. Все, конечно. Спасибо ФПСу. Благодарю его. Сейчас попробуем что-нибудь сделать. Всем пока. С вами был Дэн Шопхак. И мы попытались поиграть. Но, конечно же, я пытался продолжить. Думал, может быть, запишем какое-нибудь большое видео. Но так как... Я не нахожу никакого выхода сейчас. Думаю, мы выйдем просто и в следующем видео что-нибудь придумаем. Я сейчас еще побегаю. О, тихо! Слышу звуки. Я снова слышу звуки. Мы, походу, реально не в ту сторону пошли. Подождите. Подожди-ка. Не, звуки пропали. Возможно, мы даже в ту сторону идем. Либо, знаете, в чем прикол? Там, где звуки были, там просто все двери попробовать пооткрыть. Может быть, даже одна из них бы, да, открылась. Либо это просто звуки показывают нам то, что мы правильно, на правильном пути. Короче, всем пока. В следующем видео мы обязательно продолжим.
То есть я говорил в прошлом видео то, что типа мы заканчиваем снимать, мы больше не будем снимать, так как я не могу пройти этого дедушку, но мы его прошли, и сейчас будем продолжать снимать. Ну, я просто уже подумал, что ли, зря купил дредаут. Я уже хотел, ну, как бы там, возможно, даже можно будет вернуть деньги. Короче, всем пока.